Привет, Макс! Привет! Мы на канале Макс Одесса. Сегодня 19 июня, сегодня у нас два праздника. Троица и Папин день. Но подарки, как всегда, получает почему-то Макс, хотя он не папа, да? Да. Но впоследствии он тоже будет папа, и поэтому он заслужил подарок. Максим, у меня к тебе пару вопросов. Вот ты смотришь по интернету видео? Да. YouTube. А ты знаешь каких-нибудь героев, которые, ну вот известные мальчики, девочки в YouTube есть? Знаю. Кого ты знаешь? Расскажи нам. Фуэса. Нет, а из настоящих мальчиков и девочек? Мальчика? Да. Кого ты в интернете знаешь, мальчики? У кого канал свой есть, может? Макс. Канал Макс? Да. Мистер Макс? Да. Знаешь его, да? Да. А сестричку? Кэти. Тоже знаешь? Да. Тебе нравится смотреть их канал? Да. Сегодня я гулял по городу и знаешь, кого встретил? Кого? Макса. С канала Макс. И он передал тебе подарок. Представляешь? Настоящий подарок от него. От Макса. Кто это? Халк. На, держи. Покажи деткам, какой Халк от Макса достался нашему Максу. Вот такой красивый, здоровый, очень большой. Нажми кнопку на животе. Вон у него на животе. На животе есть кнопка. Да. О, он разговаривает. А ну еще. Смотри, что он еще умеет. Дай мне. Дай. Смотри. Если у него двигаются руки, ноги, вот так если сделать руки, и потом он может бить вот так. Классный? Да. Теперь покажи деткам и скажи Максу в камеру спасибо. Спасибо! Скажи, Макс, Кэти, привет передаем. Макс, Кэти, привет. А от Кэти тебе тоже подарок. Смотри, что это? Это гусеничка маленькая, которая умеет ползать по всем поверхностям. Знаешь? Давай покажем, как она умеет. Нет, сюда, дай сюда. Смотри, даже по металлической. Берем, включаем. Вот она живая, смотри. Классно? Смотри, переворачиваешь, она и тут умеет ползать, вот, на, держи. Она может подтанцевать? Да, может, если вот так поставить, вот, видишь, как она ползает? Классно? Она танцует. Вот так вот она умеет, видишь. Вот она вот такая веселая гусеничка. Класс. Скажи спасибо, ребята. Спасибо. Попрощайся с детками. Пока! Скажи всем удачи, с праздником. Всем удачи, с праздником. Покажи еще раз Халка и помакайте с ним пока нам. Пока! Давайте, пока! Халк это сила! Герой! Нажми кнопку, чтобы Халк им сказал что-нибудь. Пока!